это не точно. Не знаю, меня навигатор так научил. Ну куда ты едешь, дедушка? Ребят, у кого давление? Как вы сегодня выживаете? Скажите честно, мама. Я уже попросила читать все. Я думаю, привет, Мариуполь. Очень болит голова, причем резко начала. Ой, ой, что случилось? Мы не приехали. Мы не приехали. Что случилось, любовь моя? Мы не приехали еще. Нет, мы еще не приехали. Нет, мы еще не приехали. Там кто-то ходит? Там кто-то ходит? Ходит кто-то, да? Просто потеряйся навсегда и не возвращайся никогда. Просто потеряйся. Короче, сегодня мои песни не нравятся. Можем теперь деньги принимать. Алло, Виталик, если б знал, как все достало. А с утра. Виталик, как хочу я уехать отдыхать. GTS. Я начала свое положение.
мне нравится песня. Where it's flat and immense and the heat is intense. It's barbaric, but hey, it's home. When the wind's from the east and the sun's from the west and the sun in the glass is bright. Come down, stop on by, hop a carpet and fly to another Arabian night. Arabian night. Это возможно. А я смотрю, у нас тут герои нарисовались. Так, что-то у меня сегодня. Мы куда путь держим? По городу. Вечер снова ждет тебя другой. Вообще еду чисто на интуицию. Потому что ты должен выучить. А я же не с этой стороны езжу всегда. Я же с другой еду, поэтому эту дорогу я не знаю. Но уже... Так. У него гранитный камушек в груди. Не ходи к нему навстречу, не ходи. Солнце. Ты понимаешь, что у него гранитный... Я никогда на Новый год не летала в Дубай, я столько не зарабатывала. Чтобы на Новый год быть в Дубаях. Но в жизни все может поменяться, очень надеюсь. Так оно и будет. Аминь. Аминь, вообще она спит всегда. Вечер снова ждет тебя другой. Лур, вы вчера решили не сдаваться, сегодня продолжить? Уже неинтересно. Ну, правда, уж даже не трогает. Поменяйте пластиночку. А на загорелую, когда вот сейчас лето, три... Сейчас лето. С летом. 3 на 1. Миллион алых роз в этом... В Ютубе набиваете. Парень поет. Надо. Не знаю, правда, как. Так и сделаю. А? Да? Одуванчик наказанный. Дома. Очень себя плохо ведет. Очень. Нет, я не каждый день мою голову. Я покупаю песни в iTunes. Нет. Ну или как-то в Apple Music, да, и сохраняю себе, ну как в телефоне в этой программе. Это наклеенные ресницы. Нет, не про Крида речь идет. Там другая версия. Спасибо и вам прекрасного дня. А когда начнется сезон белок? Хочешь случайно не белки? Ребята, а когда начинается сезон белочек? Не человеческих. Человеческих, как я уже по своему инстаграму поняла, что сейчас самый разгар. Разлетится на куски. Ты с ума сойдешь.
понравилось. У него гранитный камушек в груди. Не ходим к нему навстречу, не ходим. Нет, я не меняла краску, какая была, так и осталась. Когда меня можно будет увидеть за рулем Панамеры, не скоро, может быть, никогда. Я решила перейти на другие автомобили. Тоже песня не заладилась. Ну ладно. Вот эту хочешь. Прикиньте, помните недавно историю, я вам рассказывала про то, как на лишение я чуть не приехала, просто с какой-то божьей помощью, вообще чудом каким-то меня отпустили просто, где они поставили знак просто за одну ночь и стояли, пасли. Вот. Так вот, чтобы вы понимали, сегодня еду, смотрю, уже специально обращаю внимание, стоит новый знак, поворот разрешен. А разметку на дороге не убрали. Ну, понятно, я не повернула, но посмотрела. Вот. Но смысл в том, что они на кирпич повесили пакет, поставили знак «Поворот разрешен», а разметку запрещающую они оставили. Не заезжаем, прямо я всегда интересовала меня люди, которые подходят на светофор и что-то там наклацывают. Это что они делают? Включаю. Что включают? Ну, люди, если бы были повнимательнее, кому надо, все поняли. И даже видели на днях. Ну что? Бля, две ебанашки просто. Как такое? Просто это что сейчас было? Как страшно жить. А нам куда надо? Прямо. А, прямо еще? Ами, пока. Предатель. Ты еще приедешь. Аккуратно. Мы не приехали еще. Мы еще не приехали. Нет. Могу как максимально развернуть телефон от его возможности. У меня не такая штучка, у меня магнитик. И он такой плоский. Ну, короче, никак я не могу разворачивать. Ресницы Manly Pro.
что за гномик? Это что за гномик? Это что за гномик тут? Что за гномик тут? Ой, какой твой страшный собой. Ой, на кого же я? Ты мамин гномик? Гномик, ты спишь? Да, пасхат так шикарная. А, Крис, сапожки, сторис. Я думаю, осень и зима. Добрый день. Мне жалко на iPhone 13 деньги. Хочется красивый, но бабок жалко. Я русская. Царь за старшего остался дома. Особенно миленькая? Не знаю. А сапожки, которые на мне сейчас от Jimmy Official. Да, со мной Амечка сегодня. Гномик мой. Гномик так нас напугала ночью просто. Я пришла с работы, а она легла, она спала на краю дивана, уснула. И она, ну, подорвалась, и она упала, не подрасчитала. Ой, что мы сегодня ночью пережили, это просто трындец. Но она не скулила ничего, но она очень сильно ударилась. И она хочет встать, и у нее ножки падают. Ну, я хотела ночью ехать сразу в больницу. Вот, мама говорит, типа, не надо. Подожди, говорит, это может быть испуг. Она на руки прижалась, вот так вот мы с ней уснули. Я говорю, господи, дуреха, ну что ты там, блин, легла? Ну, действительно, наверное, был испуг, потому что тут фу, с утра нормально, и я поэтому и взяла ее с собой, чтобы проконтролировать ее состояние. Ну, ничего, бегает, кози, бегаю, играюсь, гавкаю. А ночью она просто в каком-то неадеквате была. Да, испугалась очень, наверное, сильно, и, ну, и больно было от того, что ударилась. И плюс испугалась. Да, ну, услышала, что я ключом дверь открываю и хотела встать, а оказалось, ну, как бы она на краю кровати, на краю дивана уснула. И она просто рухнула на пол. Константин, вы мне хотите помочь оплатить ипотеку или что? Я понять не могу. Или дать денег на год на мою ипотеку. Я сегодня милая, обычно не милая. Нет, никаких пластик я больше не планирую. Отвезти шпица к врачу и проверить на витамины, на все, чего-то не хватает в организме. Мама, нет, Ами упала. Квартира Подмосковье считается. Хожу на массаж. Не могу, к сожалению, вылеживать, как раньше, по столько часов на наращивание. Вот. И не вижу смысла тратить столько на это времени. Весь день просто каждые две недели один день из жизни убирать. Аж.
Да это никакого изгиба нету, обычные ресницы я клею, просто сама форму придаю. Десять минут где-то. Это не наращивать, девочки, называется. Это клеить ресницы называется. Да, куртка очень крутая, оригинальная. Клей Manly Pro. Ресницы Manly Pro. У меня не отдает краска в красный цвет. Да, сначала прокрашиваю свои ресницы, а потом сразу начинаю клеить. Добрый день. Нет, нет, не приехали. Нет, не приехали. Нет, не приехали. Нет. Не приехали, все. Хорошо знаю. Я в центре живу. Сами решайте, далеко это от Бутова. Для меня это центр. Ну, у меня как таких как таковых проблем с давлением нету, но вот погода сейчас меняется, мне очень плохо. Очень, я еле еду. У меня такая давка идет. У меня же глаза не открываются. Ираська моя. Ираська моя. Ираська моя толстая, толстая. Ну, в хорошем отеле Новый год в Дубае. Несколько миллионов, чтобы со столом и на мероприятие. Да, для меня это дорого. Витамины не пью. Блин, я живу от центра ровно 17 минут. Я на Арбатском мосту, по прямой, по Кутузе. Я очень извиняюсь всех центровых со своими квартирами в Москве. Простите меня вот такую вот, что я так считаю. День рождения. Питание все подряд ем. Спасибо, Кристиночка. Нет, у меня шикарное расположение моего дома. Просто потрясающее. Ни на что бы не променяла. Только если дом частный. Ты знаешь,
знаешь, мы сейчас приедем, Атя, что будет с нами делать? Будет делать. Атя нас поругает, да? У меня по природе такие волосы. В джине, да, в трудовой. Да, скажи, уже Серёжка потерялась. Она и живет рядом. Евгения, вот вы настолько странные вопросы задаете, и я заметила не только мне, я случайно, нажав на сторис, попала на прямой эфир тоже некоторых дам, вот, и вы там то же самое это пишете. Вот можно вам встречный вопрос? Вам настолько нечего в этой жизни делать, что вы всем пишете одно и то же, и столько времени тратите? Танечка Зав, вот 83, вы еще 1000 раз напишите. Вот если вы видите то, что вам не отвечают, от того, что вы меняете формулировку, ничего не изменится. Дашуль, кожа меняется не от одной плазмы, а полностью от ухода не одноразового, не пятиразового, а регулярного. Погода у нас то дождь, то распогодилось, то дождь, то распогодилось. Это из-за этого вот такие вот скачки в давлении. Когда я в Милан планирую, вы знаете, не хочу ничего планировать, потому что только вон я что-то планирую. Я вон в Стамбуле на той неделе должна была улететь надолго. Даже билеты купила. И куда я улетела? В Москве сижу. Поэтому все, я своих планов больше не озвучиваю. Бог даст, куда-то полечу уже постфактум. Я нормальные вопросы, я отвечаю. Ну, посмотрите мои сторис примерные за последний, за вчерашний день, где мне смерти желают и так далее. Но я уже не реагирую на это. Депрессия. Ну, депрессия, это, вы знаете, что очень страшное заболевание. Боже упаси, когда-нибудь его испытать. Которое лечится психиатром. А грусть, тоска, расстройство – это не депрессия. Вот. В Азии была, да. Давно, правда, но была. А я не говорю, что мои планы рушатся от того, что я про них рассказываю. Я говорю о том, что загадывать теперь я не хочу. И когда это все будет происходить, дай Бог, я буду об этом рассказывать. Привет, Питеру. Сколько лет вы живете на 7-8. В первое время очень тяжело реагировала. Тяжело не описать, как тяжело. У меня были истерики, у меня были срывы.
Я каждому пыталась доказать, на каждый плохой комментарий я ругалась. Однако в каждую группу я заходила, где меня обсирали, я писала, я со всеми спорила. У меня были страшные истерики, страшные слезы. Мне было больно, обидно. Я даже порой хотела удалить вот страницу. Потом пришло со временем принятие, осознание того, что это несчастные люди. Именно несчастные, их пожалеть надо. Никому ты никогда ничего не докажешь, в этом вообще нет абсолютно никакого смысла. Ни один счастливый, здравомыслящий человек никогда не будет оскорблять и унижать не то, что незнакомого, даже знакомого. Вот. Поэтому со временем вообще перестала реагировать. Ну, этот путь был долог очень. Несколько лет. Ну, слушайте, для вас вы считаете мои губы страшные. Я считаю свои губы красивыми. На вкус и цвет фломастеры разные. Не значит, что ваше мнение на 100% верно, так как и мое. Поэтому все в этом мире не постоянно. Я реагирую с негативом не на вопросы, а на вечные указы. И это не негатив, как в вашем проявлении, как вы думаете, да? А это, наверное, уже, как сказать, может быть, в какой-то степени безысходность в том плане, что только ты не делаешь, да, что как ты только не попыталась людям донести и объяснить, что не ваше это дело, да, а все равно не получается, и, конечно, уже выходишь из себя, но вы тоже должны понимать, что как бы я себя, как сказать правильно, не воспитала в себе это спокойствие, да, я живой человек, я не робот, и я в первую очередь девушка, да, поэтому абсолютно нормально, и у меня также может быть испортится настроение, точно так же могу нервничать, да, и у меня не железные и не канатные нервы. Имеет место быть абсолютно все. Сезонные и много чего, ну, в плане домашних каких-то.
каких-то моментов. Вот. Плюс, ну, там вещи, которые отрекламировала и тогда, и так далее, не могу, не успеваю разобрать. Dream Team, главное, чтобы вы жили в своей квартире в центре Москвы. Искренне вам желаю. Пусть они у вас будут 10. Вот, которые еще не успела раздать. Все там. Вся грусть, тоска, переживания, ну какая-то депрессия. Отвлекитесь себя чем-нибудь, увидитесь с подругами. Я не
знаю, слетайте отдыхать, если позволяет возможность. Займитесь работой, погрузитесь в работу. Флиртовать пытались многие. Больше их нет в моей жизни рядом. И дело не в мужчине, который был рядом, а в поведении этих дам. Вот. Уводить не уводили, но пытались и флиртовать. Я не занимаюсь спортом. У меня был пирсинг в носу с 18 лет. Ну, какие-то кайфовали от этого, точнее один. Другой абсолютно сдержанно и наоборот отдалялся, пытаясь объяснить мне, что это не подруги твои. А я, ой, ты хочешь нас поругать. Ты что вспоминаешь, что было? С кем из бывших? Со всеми, кроме одного. Дружу из подписчиков, конечно, со многими. Да, были моментики. Я не хочу думать о таких вещах и притягивать, и даже просто проецировать это в мысли или вслух пробегать. Все прекрасно. Поверьте, друзья, познаемся не только в беде, когда еще у тебя очень все хорошо. Они тоже, несмотря на это, проявляются. Ой. Ой. Ничего на губах нет. Я никогда в жизни никого не находила. И я не знаю, почему складывается такое ощущение у большинства людей, что я кого-то ищу. Ни одного я не находила, не старалась найти. Все знакомились сами и следили, искали. И так получалось. И по-прежнему ничего не изменилось. На сегодняшний день я не ищу знакомств. Она всегда так сидит, да. Нет, рядом нету ни любимого, ни нелюбимого никакого. Анна, слишком много вопросов, вам не кажется? Если бы я считала нужным хоть на один ответить, я бы уже ответила. Ати всегда на нем пожизненно. Почему на меня должны мои родственники обидеться? Не поняла ваш вопрос. Что я такого сказала, что с чего они должны на меня обижаться? В
мама изначально знала, что у нее будет дочь, ее будет звать Кристина. Все остальные ждали мальчика. Нет, не смотрю сериалы целенаправленно, только если по телевизору какие идут. Все уже такое желтое, осеннее. Ой, тоже какой сладкий шпицулечка бежит. Мой зайка. Я всегда была душой компании. Сейчас приедем, может быть. Сейчас минутку осталось. Фонечка, ты что, спукнула? Ами, ты что, напердела? Ами, как тебе не стыдно? У меня BMW, только корни крашу. Фу, у тебя между ног Гаджиев. Конечно, я считаю, что я сейчас выгляжу круче, чем 20. Нет, Ами не может сходить в тур. Никто не может, ни Ами, ни Ати. В этом плане они у меня воспитанные. Любимый десерт – меринговый рулет с фисташками. Юль, ну вам, наверное, виднее, что он сделал и как он сделал. Извините, просто я не видела вас, когда мы разговаривали, наверное, рядом прятались где-то в ногах у него. Вам виднее. Слушайте, ну от того, что вы будете грустить, перестанете быть оптимистом, ничего не изменится, да, то есть вы только будете еще больше к себе притягивать какие-то плохие моменты в жизни. Чем больше вы будете благодарны всему, то тем больше вам будет даваться. Если критика конструктивна, я к ней нормально отношусь. Критиковать может меня человек, который добился чего-то большего, выглядит гораздо круче,
и в тот момент, когда это уместно. Посторонний человек зайти написать, что там я жирная, прямая, косая, у меня там руки не такие, сиськи не такие, губы страшные и так далее, это не критика. А я не вижу вообще смысла завидовать мне, ну вот я считаю, мне нечему завидовать. Вот если с моей точки зрения смотреть, да, поэтому, наверное, это какая-то просто женская сущность во многих говорит, но точно не зависть. Золотого средства от высыпания. А косметолог хороший вам в помощь. Почему я должна быть несчастливым человеком? Крыша над головой есть, кушать есть, что мои родные и близкие все живы, здоровы, слава Богу. У меня руки, ноги есть, я имею возможность зарабатывать и помогать не только там своим родным. То, что у меня нет каких-то второстепенных благ или людей рядом, да, которых там типа а-ля муж, любимый. Ну, надо быть счастливой, уметь быть самой по себе. Там, счастье не должно зависеть от... Ну, опять я не влезу. Ну, зачем они ставят так машины? Не зависит от человека. Вот, Ален, пытаюсь во дворе, как всегда, поставить машину, но... Ами, почему они так ставят машину, зайчик? Не знаешь? Вы что, ебанулись вообще в край? Так, ребят, извините, пожалуйста, сейчас мне надо выходить, звонить, потому что это что-то новенькое. Стой, зай. Это просто что-то новенькое.